Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях людина, яка дуже любить і розвиває у Дніпропетровському регіоні такі види спорту, як бейсбол, американський футбол і лакрос. До вашої уваги Максим Василик. Вітаю, Максима. Здравствуйте. Усі ми родом з дитинства. Якими видами спорту займалися саме у дитинстві? Мабуть, це відразу ж не був американський футбол, так? Ні, да, не було американського футболу сразу. Я, будем так говорить, заканчивал 34-ю школу. Это был спортивный спецкласс. Я был в классе пловцов. Что это значит? С 1 по 3 класс у нас были спаренные уроки физкультуры. И вместо физкультуры мы ходили в бассейн. То есть все начиналось с матов, потом лягушатник, да, потом большая взрослая вода метеора и так до 5 класса. Вот. Ну а с 5 класса и по 9 я отдал Днепру 75. Тренировался у царства небесного покойного Виталия Спиридоновича Мусиенко. Ну вот и после окончания школы Днепр 75 еще даже поиграл в баскетбол. Вот. Конечно, не в ДЮСШ-5, хотя очень хотелось, но так получилось. Была и вольная борьба в свое время. Вот. Вы прошли такие классичные виды спорта, да, у нас да, и да. Очень популярные, до речи, как плавание, футбол. А когда закохалися у виды спорта, которые полюбляют за Атлантичным океаном? Все получилось очень просто, может быть, даже немного банально. В 94-95 год, это мой 7 класс, вот мы только начали с ребятами ходить на Днепр 75, начали играть в футбол. И у одного из наших ребят, которые были достаточно обеспечены на то время родители, да, то есть первые приставки, первые компьютеры. Ну, соответственно, на компьютере, на приставке всегда веселее играть с друзьями. Поэтому он приглашал домой ребят с футбола, и мы как бы приходили после утренней или вечерней тренировки, иногда даже могли убежать с какого-то урока, ну, чтобы там поиграть в футбол или в хоккей на приставке Sega, Dendy. Вот, было дело. И вот в один из таких дней я прихожу и смотрю, как его отец на большой плазме, ну, представьте, 94-й год, огромный цветной телевизор, да, то есть это уже удивление, и на нем диковинное зрелище. А вот как сейчас помню, это были команды из Джексонвилла и Питтсбурга. И я американский футбол. Да, американский футбол. И я так сразу, дядя Олег, что это? Он говорит, американский футбол. И я ребятам говорю, все, приставочка, мне уже не интересно, я остаюсь, я буду смотреть эту игру. И так первые два часа я посмотрел игру эту, и, наверное, вот оттуда вот пошла любовь. Тобто перше закохання було на американський футбол, ну ви дуже полюбляєте також і бейсбол. От, а що найбільше, бейсбол все ж таки або американський футбол? Американський футбол і бейсбол – це абсолютно два різних види спорту. Да? Тобто американський футбол, он, будемо говорити, він більш динамічний, бейсбол – він більш статичний. В американському футболі вам нужна очень хорошая физподготовка, в бейсболе тоже, так как это все-таки спорт, командный спорт. Но в американском футболе немного более, немного, а намного больше адреналина. Поэтому, наверное, если будем говорить о такой адреналиновый маньяк спортивный, да, то, наверное, вот в американском футболе ты его можешь получить сполна. Поэтому американский футбол, наверное, на чуть-чуть, будем говорить, чуть выше будет в моем рейтинге, чем бейсбол. Максиме, ви очолюєте Дніпропетровську обласну федерацію американського футболу, а також і обласну федерацію бейсболу. От на цій посаді які ваші основні головні функції, як ви самі вважаєте? Основні обов'язки на посту руководителя, менеджера – це розвиття непосредственно даних видів спорту в регіоні, це набор молодых игроков, проведение домашних игр, участие команд в официальных соревнованиях. Так как и в бейсболе, и в американском футболе существуют все украинские лиги. Бейсбол – это олимпийский вид спорта. И, соответственно, есть чемпионаты. Чемпионаты первой лиги, чемпионаты высшей лиги. И, соответственно, там есть определенный пакет документов, регламенты, которыми и занимается администрация клуба, в частности я. То есть составление, правильная их подача, регистрация и, соответственно, организация домашних и выездных игр команды. А, до речі, який из цих видів спорту раніше розпочав розвиватися в Україні? Бейсбол або американський футбол? Мне сейчас тяжело ответить на этот вопрос. Я не владею информацией по поводу истории развития бейсбола в Украине, но американский футбол начал свое развитие в 98 году. Это бывшие регбисты в Харькове,
создали первую секцию, команду, круг по интересам, да, то есть энтузиасты были. Это была команда «Харьковские барсы», это 98-й год. И получается, нет, вру, 89-й год, потому что «Харьковские атланты» совершенно недавно праздновали свое 30-летие. Они совершенно чуть-чуть побыли «Харьковскими барсами», потом стали «Харьковскими атлантами», и по сей день это одна из самых титулованных, именитых команд в Украине, старожилы американского футболу Украины – это «Харьковские атланты». Это 89-й год. В Дніпрі, коли розпочав розвиватися американський футбол, хто стояв у… 2008 год. 2008 год. Все получилось достаточно просто. На базе я сам заканчивал Днепропетровский институт транспортный, ДИИТ наш, вот, железнодорожного транспорта. И получилось все просто. Я хотел создать команду на базе университета, но в связи с тем, что американский футбол по своей амуниции, по форме, ну, не самый простой и дешевый вид спорта, эти планы были отложены, и уже там с появлением полноценного интернета, компьютеров, то есть по окончанию, это где-то 2006 год, да, то есть я сразу же, как только появился первый компьютер, первая возможность выйти в интернет, то есть американский футбол в Украине. И я помню, это ссылочка на какой-то такой старый-старый самодельный форум. Я захожу на этот форум, и вот, допустим, я захожу в среду, а в понедельник там было сообщение, типа, кто любит американский футбол в Днепре, давайте встретимся, там побросаем мяч. И для меня это было вау. То есть кто-то еще в Днепре знает про американский футбол, и у кого-то даже есть мяч, это было супер. И мы так связались с ребятами, это было два человека, два энтузиаста, это был Владимир Тимченко и Ярослав Шевченко. Мы с ними встретились в ДГУ, у нас было тогда 5 человек пришло, действительно было 2 мяча настоящих по американскому футболу, без понятий правил, без техники броска или приема. На стадионе ДНУ, так? Да, на стадионе ДНУ. Мы побросали, посмотрели, так присмотрелись друг к другу и решили, что вау, наверное, стоит собираться, дальше это развивать. Вот, и потихоньку, потихоньку, семимильными шагами мы очень быстро начали развиваться, потому что уже, в принципе, через год своего существования мы уже приобрели первую форму, первые 10 комплектов. И відразу назвали команду «Дніпровские ракеты», ну, «Дніпропетровские ракеты». Да, да, да. Как это все произошло, где-то на второй тренировке, вот первую тренировку мы побросали мяч, на вторую тренировку я прихожу и говорю ребятам, ну что, вот мы, как бы нас даже 5 человек пускай, но уже на тот момент в Украине начали зарождаться новые молодые команды, это практически наши ровесники, это «Винницкие волки», и на тот момент «Одесские пираты». Сейчас они носят название «Одесские рейнджеры». Ракеты, вот, мабуть, связаны с нашим космическим вооружением. Да, да, да. И я ребятам говорю, давайте домашнее задание. На следующую, там, на следующую тренировку приносим там, по 5-10 названий от себя, как мы хотели бы назваться. И вот как бы так вот все карты сошлись, что название было «Днепровские ракеты». И действительно оно связано с ЮМЗ и с тем, что Днепр – это ракет, ну, аэрокосмический центр, да, Украины и всей Европы. Тобто рік заснування який команди? Официально, неофіційно 2008, официально по документам 2009. А які основні здобутки, досягнення? Команда вже понад 10 років існує. Да, нам 12 лет. Чого вдалося ще досягти? На сьогоднішній день, в 2010-2011 году команда становилась чемпіонами першої ліги. Ми виступали в чемпионате Украины первой лиги, 12 матчей за 2 года, 12 побед. После чего мы перешли в высшую лигу, высшее достижение, наилучшее достижение высшей лиги – это 4 место. 4 место. А расскажите, будь ласка, скільки команд у высшей лиге играет в Украине, скільки у першій? Дві лиги існує? Чи да, більше? Есть две лиги. Есть, будем так говорить, у нас американский футбол в Украине делится на два вида. Это полный контакт в каркасах и шлемах, и также есть флаг-футбол, это бесконтактная версия, проводится чемпионат среди мужчин и среди женщин по бесконтактной версии. В контактной версии, в классической версии, мы играем в первую лигу и высшую лигу. В первой лиге играется, там есть ограничения, это в принципе лига для молодых команд или команд еще финансово не созревших или по численности людей в команде, да, которые не могут выйти в высшую лигу. Там играют или 8 на 8, или 9 на 9. То есть есть в Европе, есть и в Америке такой вид спорта, как арена-футбол. Они играют, грубо говоря, на хоккейной площадке с бортами. Ну,
размер хоккейной площадки, они играют 8 на 8. Классический же американский футбол играется 11 на 11. Это и есть высшая лига. В прошлом году в высшей лиге, потому что в этом году еще не подали до конца заявки, срок подачи заявок заканчивается 1 марта на чемпионат Украины. В прошлом году 8 команд высшей лиги, 8 команд первой лиги. Всего в чемпионате Украины участвовало 16 команд. І я знаю, ви в минулому році грали як команда «Юнайтед», так? Ви з кимось об'єдналися? Да, за 12 років существування американського футболу в Дніпрі так вийшло, що у команди «Дніпровські ракети» появились свої послідователі. Тобто молоді ребята, які були іграками «Дніпровських ракет», вони оперились, вони стали взрослее, вони стали мощніше, сильніше, швидше і вирішили, що вони приняли для себя решение, что они тоже могут создать что-то свое. И поэтому в Днепропетровске на сегодняшний день существуют две команды. Это Днепровские ракеты и Днепровские спартанцы. И за 12 лет, конечно, была бы достаточно большая текучка в Днепровских ракетах. И, конечно же, есть старожилы американского футбола, которые еще начинали в 2009-2010, победители 2010-2011 года первой лиги. Вот. И они между собой начали тоже собираться, там, побросать мяч, потренироваться, покультивировать американский футбол в Днепре. И это была команда «Днепровские воины». К сожалению, сейчас ее нет, но она на тот момент, в прошлом году она была. И три руководителя, я, Дмитрий Редькин и Арсен Лавердян, мы встретились и решили, что давайте к сезону 2018-2019 года выставим одну сборную команду, ну, действительно сильных, хороших атлетов, которые бы могли претендовать на высокие места в чемпионате Украины. Но так как ни одна команда из-за, конечно, собственных амбиций не хотела выйти под каким-либо флагом, будь то ракеты, будь то спартанцы, ну, было принято решение как бы назвать ее объединенной, United. И в прошлом году, да, мы как один общий коллектив от города Днепр, да, и Днепропетровской области выступали под названием Днепровский United. Какие места посили? К сожалению, мы вышли из группы, со второго места вышли из группы, но проиграли в первом же круге плей-офф, потому что играется играется система два дивизиона, восточный и западный, между собой, и потом команды выходят в стадию плей-офф и играют там по олимпийской системе. В первом круге, к сожалению, мы проиграли команде, которая дошла до полуфинала. У сезоні 2020 року знову будуть дві команди від Дніпра, так? Да, це будуть команди. І будуть грати у першій лізі. Да, ми оба колектива, Дніпровські спартанці, Дніпровські ракети, будемо приймати участь в першій лізі. Коли можна розпочинати займатися американським футболом? Тобто, ну, віковий ценз, скажімо так, у 10 років, у 15 або старше, і де, куди можна приходити, де у вас проходять тренування, де можна от ознайомитися тому, хто вперше хоче спробувати себе в цьому виді спорту? Смотрите, если мы говорим о официальных соревнованиях, которые приходят под эгидой Министерства спорта Украины, мы проводим в команде, в взрослой команде может принимать участие ребята от 16 лет, юноши от 16 лет. Уже до какого возраста? Это до того, как вы чувствуете свои силы и возможности игры. Ну, ориентиры являются где-то 35-40 лет. Определенные позиции позволяют играть до этого возраста. Определенные позиции, ведь потому что в американском футболе находится 14 разных позиций. Это 14 разных ментальностей, пониманий, требований от игрока. Кто-то есть легкий, кто-то есть мощный, кто-то есть быстрый, кто-то должен ловить, а кто-то должен хорошо бить. А куда может прийти новачок, дебютант, который хочет себя спробовать? Да, если есть ребята, которые хотят себя попробовать в американском футболе, наша тренировочная база уже долгие годы, на протяжении 10 лет, является стадион «Локомотив», внизу улицы Рабочей, пересечение Рабочей и Пушкина, да, ориентир, железнодорожный техникум. Стадион «Локомотив» каждый, на сегодняшний день мы тренируемся два раза в неделю, каждый четверг и каждое воскресенье. Четверг на 7 вечера, воскресенье на 9 утра можно прийти. Первые тренировки, они абсолютно бесплатные. На сегодняшний день за 12 лет существования Днепровских ракет у нас уже собрался достаточно приличный парк амуниции. То есть на сегодняшний день новичку не нужно покупать ничего. То есть каркасы, шлема, абсолютно все есть в доступности, при том достаточно хорошая, комфортная, хорошая амуниция боевая, которую мы выдаем абсолютно бесплатно на тренировках. То есть человек может прийти, попробовать, посмотреть, если ему понравится,
начать ходить на тренировки и пробиваться в основной состав. Как працює Федерація американського футболу України? Знаю, що у 2000 році збірна України стала бронзовим призером чемпіонату Європи. От зараз збірна грає, приймає участь в якихось таких масштабних форумах? К сожалению, начиная, наверное, можно наблюдать спад в развитии американского футбола в Украине, начиная, наверное, с 2015-2016 года. Но я думаю, что это, скорее всего, связано с общей экономической и политической ситуацией в стране. Как я уже говорил в начале, что спорт достаточно непростой, достаточно дорогой с точки зрения амуниции и, конечно же, достаточно дорогой с точки зрения поездок даже в пределах нашей страны. Да? Потому что в команде одновременно на поле играет 11 человек, но специфика американского футбола в чем? Что у вас есть 11 человек нападения и 11 человек защиты, и это разные люди. То есть одновременно в игре будет играть 22 человека. Плюс еще есть спецкоманды, и плюс у вас еще должна быть замена. То есть ориентировочно, чтобы играть комфортно сезон, начать и закончить комфортно сезон в высшей лиге, у вас должно быть в составе 30 человек. То есть ну, это достаточно сложно. 30 человек едут на соревнования за одну команду, и все будут играть на поле. Да? То есть это 30 билетов туда-обратно. То есть путешествие по стране достаточно становится проблематичным. Поэтому в связи, я еще раз говорю, повторюсь, с экономическим состоянием в стране, конечно, что американский футбол ну, немножко, ну, не скажу, что приостановился, просто его развитие уже идет не так быстро и не так красочно, как это было раньше. Ну, коли в останній збірна України грала в турнірах? Турніра как такового не было. Вот, наверное, последний турнір в 2000 году, это был и последний турнір для сборной України, а последнюю игру против сборной Беларуси, это была товарищеская игра, мы играли и выиграли ее в 40-0, если я не ошибаюсь, или 41-0, в 2017 году. Ви також очолюєте обласну федерацію бейсболу. От який стан справ у цьому виді спорту? Бейсбол та його різновид софтбол, так? Це да. Олімпійський вид спорту. От якщо порівняти навіть з американським футболом, який вид спорту краще розвивається в Україні? Смотрите, здесь тяжело сравнивать. Почему? В американському футболі специфика какая? В американском футболе нам нужно больше людей, да, и это такой камень преткновения, плюс достаточно дорогая амуниция. А в бейсболе у вас на поле находится 9 человек, и в принципе 9-10 человек принимают участие в игре, 10-й это уже замена. Меньше стоит амуниция, да, то есть в бейсболе однозначно дешевле, нежели в американском футболе. Но американский футбол мы можем играть на стандартном футбольном поле, хотя оно немножко короче, чем нужно, но мы можем выйти и хорошо сделать разметку и провести качественный матч. А вот провести бейсбольный матч уже сложновато. Здесь есть специфика стадиона, и на сегодняшний день качественный, хороший стадион в Украине всего один. Он в Кропивницком, где непосредственно базируется национальная сборная Украины по бейсболу. Также есть стадион в Киеве, но он еще недооборудован и не доведен до конца. А в нашем месте, где играют у бейсбол? Мы играем, опять же, на Локомотиве, только на жилмассиве Северный. Вот, вот тот заброшенный, как говорится, стадион. Мы его там немножко, не то что взяли под шест, но немножко там привели в порядок, вычистили, приукрасили. И вот там проводим игры по бейсболу. Наши домашние игры мы проводим на стадионе «Локомотив» в массиве Северный. А как называется наша команда и в какие лизе она играет чемпионат Украины? Мы играем в высшей лиге чемпионата Украины. Команда называется «Днепровские бомберы». Принимают участие в чемпионате Украины высшей лиги, но в дивизионе «Б». Высшая лига поделена на два дивизиона. «Элита» – это в основном игроки национальной сборной, команды из Кропивницкого, Киева и Ровно. Это дивизион «А» и дивизион «Б». В дивизионе «А» участвуют 4 команды, в дивизионе «Б» в прошлом году участвовало 12 коллективов. Всего в чемпионате принимает, получается, 20 команд участия. Який стан справ? Є дитячо-юнацькі команди з бейсболу? Над цим працюємо. От зараз йде, кстати, одно із направлень, яке поставила задача і по бейсболу, і по американському футболу. Руководство клубів поставило перед собою задачу – це почати розвивати дитячий спорт в нашому місті. І, в частності, почати з дитячих секцій по американському футболу, по флаг-футболу, по безконтактній версії і по бейсболу. Тобто будемо намагатися починати. Начинаем с 13 лет. А, до речи, чемпионат міста у нас є з бейсболу або немає? Нет, нет, к сожалению, нет. Ну, потрібно, щоб було кілька команд. Да, да, да.
Ви також от розпочали розвивати лакрос. Що це за вид спорту? Розкажіть, будь ласка. З лакросом я познайомився чисто случайно. Ну, так як займаюся американським футболом, їжджу на багато семінарів, тренінгів, як тренер і як ігрок. І, відповідно, зустрічаюся з ребятами, які якісь свої тренінги і майстер-класи проходили в Америці, у родоначальників, да, американського футболу або бейсболу. І тому, так чи інакше, ти зустрічаєшся з людьми, які когда-либо играли в лакрос или пробовали играть в лакрос. Хтось, мабуть, перший раз почув таку назву. От, лакрос, як в нього грати? Лакрос – це щось таке, знаєте, напоминання хоккея, тільки єдиний момент, що м'яч передається по воздуху. Ми граємо на звичайному футбольному полі, да, граємо на полі. Просто амуніція чим-то напоминає хокейну. Єдиний момент, а ворота що... хокейні? Так, да, да, вони теж напоминають чим-то хокейні ворота. Є вратар. Тобто менше навіть, ніж гандбольні ворота 3-2? Так, да, 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 да. Вот. И мы, получается, какая игра? То есть мяч по воздуху передается с очком. То есть резиновый мяч, у вас сачок, да, и вы из сачка в сачок перекидываете мяч. Правила практически хоккейные, холдинги, удержания, там, слэшинг, удары и так далее, потом, которые запрещены. Лакрос вот. Більш доступный, так? В него да, можно и лакрос... в зале играть. Да, вы абсолютно правы. Лакрос есть версия 6x6 и стандартная версия классическая 10x10. Есть лакрос зальный, инбокс лакрос, и есть лакрос, который непосредственно играется тут на улице. Меж учнями шкіл навіть можно. Возможно, сказать. Согласен, абсолютно, да. Доступний вид спорту, інтересний вид спорту, а дуже інтенсивний. А амуніція у нас є, щоб забезпечити, мабуть, дві команди, щоб вони могли грати? К сожалению, на даний момент в місті Дніпрі немає достатньо амуніції, але є дві дітські команди у нас в Україні. Тобто є Ровенські Пантери і є Гостомельський Авіатор, це з-під Києва команда. Вот. Тобто у нас в місті поки що ознайомлююча така стадія, да, так? Да, розвитку, да, цього виду спорту. Зрозуміло, розуміло. Ну, в отличие, например, от того же американского футбола, по лакросу есть национальная сборная. И в этом году национальная сборная примет участие в чемпионате Европы в городе Вроцлав, Польша. И уже определен жребий. Наши конкуренты, соперники по группе – это сборная Швейцарии, сборная Чехии. Поэтому 13-14 место, соответственно, в рейтинге в мире. Поэтому сборной Украины будет безумно сложно. Но вот завтра, в пятницу, виїжджаю на збори, очередні збори. 5 зборів заплановано перед виїздом у Вроцлав. А скільки вже років існує збірна України з лакросу? Збірна, буде говорити, существує другий рік. В прошлом году мы выезжали на Silesia Cup, это был тоже в Польше турнир по лакросу, это был первый наш международный опыт, вот, где мы сыграли 7 игр, и одну из которых даже удалось выиграть у сборной Польши юниорской 3-4, 4-3. Вот. И второй год существует сборная, и вот со второго года при помощи американских друзей команда будет ехать на чемпионат Европы. А, до речі, хочу запитати, от збірна України з бейсболу, бейсбол – олімпійський вид спорту, вона існує? Яка... Звісно, збірна існує, вона існує, кстати, які досягнення? Серед всіх трьох збірних, да, тобто можна виділити, або серед всіх трьох видів спорту, якщо ми говоримо о міжнародних соревнованнях, то тут ми однозначно говоримо о бейсболі. Вот, існує збірна по нескольким возрастам, начиная с детей, юношей, кадетов, взрослых, по софтболу, девушки, все идут в Европу, показывают прекрасные результаты. У нас прекраснейший тренерский состав. Игроки из Украины играют в Европе по контрактам за европейские клубы. А есть шанс у сборной потрапить на Олимпийские игры? Как вы считаете? К сожалению, на данный момент нет. И опять же, это не касается качества игроков или качества тренерского состава. Это все вопрос финансирования. Вопрос финансирования. Потому что хорошая сборная, она должна все время быть в тонусе. Она должна играть против сильнейших. Она должна иметь возможность выезжать на большее количество Больше турниров. Международная практика. Да, и так? Иметь международную практику. Мало. Конечно, когда наша сборная встречается против там, сборной Беларуси, Грузии. Да, там, вот, мы в прошлом году, сборная по бейсболу, выиграла дивизион С и перешла в дивизион Б. Да, то, конечно, когда мы встречаемся с командами из дивизиона А, это Голландия, Италия, Англия, там совершенно другой уровень бейсбола. Потому что... Совершенно другой уровень игры у игроков. Ну, мы же понимаем экономическое положение этих стран. Чи можна заробляти у нас от, на американському футболі, бейсболі? Можна стати професійним спортсменом, поїхати за кордон, виступати у Сполучених Штатах Америки або в Європі?
або навіть таких перспектив немає? Есть. Если мы говорим о лакросе, нет, пока их нет. Федерация очень молодая, чемпионат молодой, сборная молодая. Вид спорта только на стадии своего развития. Сам вид спорта существует в Украине в целом без малого, там лет 5. Да, в прошлом году был проведен первый чемпионат Украины по лакросу, а в этом году сборная едет первый раз на какое-то международное соревнование. То, конечно же, мы говорим о том, что американскому футболу уже порядка 30 лет, да, там бейсболу порядка 30-40 лет в Украине. То есть мы говорим о том, что у этих видов спорта уже есть преемственность поколений, есть тренерский состав, есть хороший опыт, то есть который передается уже молодым игрокам. У нас есть молодые команды по американскому футболу, молодые с точки зрения возраста, где выращивают молодых американских футболистов. И, соответственно, это дает первые свои плоды. В бейсболе наши игроки по контракту уже давным-давно играют в Европе, показывают реально очень крутой класс игры и достаточно цены в Европе. А по американскому футболу вот в этом году яркий пример воспитанник днепропетровских ракет Александр Пасунько, родом из Днепра, 3 года отыграл за днепровских ракет, 2 чемпион Украины в первой лиге в составе днепропетровских ракет. Волей своего дальнейших амбиций, да, то есть развития, он переехал в Киев. В Киеве начал играть за команду «Киевские бульдоги», которая на сегодняшний день трансформировалась в команду «Киевские Capitals». Это чемпионы Украины на сегодняшний день. И в прошлом году они участвовали в открытом чемпионате Венгрии и заняли там 2 место. Это флагман американского футбола Украины, «Киевские Capitals», за который играл наш Александр. Его заметили, его игру заметили в Венгрии и пригласили во 2-й дивизион Германии. Он отыграл год за Росток Гриффинс, и после чего по результатам он играл легким защитником, корнербэком, дефенсивбэком, и после чего его пригласили на просмотр в канадскую лигу. То есть канадская лига – это 2-я лига по прибыльности и своей величине в мире после NFL. Да, после NFL. Его пригласили на просмотр. 6 просмотров было канадской лиги в Европе, и 1 из них был в Германии. Его пригласили на немецкий просмотр, и он его прошел. Теперь он летит через месяц в Торонто, и если он пройдет в Торонто канадский отбор, то с ним подпишут контракт, он будет профессиональным игроком канадской лиги. Буду первым, мабуть, профессиональным украинцем, который будет в профессиональной лизе играть? Не первым. Вже не первым. Вторым. Первый Альшанский, который отыграл в НФЛ. Это он уроженец Днепра, он это никогда не скрывает во всех интервью, он говорит, что он из Днепра, он украинец, Игорь Альшанский, в 6 лет, правда, его родители вместе с ним переехали в Америку, он там закончил колледж и порядка 8 или 10 лет отыграл профессиональную карьеру за Dallas Cowboys и San Diego Chargers. Дуже цікава інформація, дуже цікава. А вот у мире, навіть ні NBA, ані NHL, не самі найбагатші ліги, а найбагатша ліга – це MLB, бейсбольна, і NFL, американський футбол. У нас в Україні неможливо створити таку лігу? Чому тут справа? В економіці, мабуть? Так. Да. Ну, розумієте, любой спорт – это продукт. Продукт, который должны купить. Купить его должен кто? Зритель. То есть конечный потребитель, ради которого, в принципе, спортсмены выходят на арену и показывают свое мастерство. И чем, будем говорить, чем богаче потребитель, тем больше у лиги возможности продать свои продукты у спортсмена в целом. Поэтому, к сожалению, но мы же ведь надеемся на то, что будет лучше. Так, английская в премьер-лига футбольная, навіть тільки 5-е місце посідает, так, да. У рейтингу Forbes. Ну и наприкінці програми, ваші спортивні мрії і бажання, які б ви хотіли би втілити у життя? То, что действительно хотелось бы сделать, и это ближайшие планы, и это мечты, которые потихоньку будут перерастать в цели. Я на это очень надеюсь, очень верю в это, и надеюсь, что наши городские и областные власти нам в этом помогут, потому что с ними мы тесно сотрудничаем в этих направлениях. Это, конечно же, создание детских секций по бейсболу, как олимпийскому виду спорта, и детских секций по флаг-футболу, как разновидности американского футбола. Это, будем говорить, развитие данных видов спорта в регионе. Ну и, конечно же, есть такая маленькая мечта. Когда-то, очень давно, наверное, может быть, лет 6-7 назад, мне на день рождения, ну, был такой хайп в Украине, когда можно было на баночку из-под Кока-Колы наклеить любое название, свое имя, там, название, что угодно. И мне подарили в эту баночку из-под Кока-Колы с надписью «Ракеты».
И вот когда дарили, сказали, откроешь тогда, когда ракеты станут чемпионами Украины по американскому футболу в высшей лиге. Вот и она до сих пор уже 5 лет стоит в серванте, я на нее смотрю, и каждый раз, идя на тренировку, смотрю и говорю, когда-то я тебя выпью. Поэтому, наверное, вот стать чемпионом Украины в высшей лиге по американскому футболу – это большая цель. Хороша мрія. Да. Дякую, Максима, за те, що завітали на програму. Дякую за щирі відповіді. І вам спасибо большое. Всім спорт. І наприкінці програми традиційне побажання. Займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.